Добренько. Всем добренько. Рад всех приветствовать, дорогие друзья. Сегодня ролик у меня пойдет про довольно интересный, необычный, очень-очень старый ретро-компьютер прямиком из Советского Союза. Прямиком из машины времени, из некой капсулы, прибыла ко мне. Вы просто взгляньте на этого красавчика. А как вам оно? Это апогей БК-01C. Плюс стоит предохранитель сразу же на 2 ампера и провод. Вот сейчас же, наверное, таких уже систем нет. Но давайте попробуем поискать на Е-каталог что-то подобное, либо какие-то другие компьютеры на Е-каталог взглянем. От Toyota! Скорость сумасшедшая просто. Да бляха-муха, я, блин, мать твою, врезался опять в эту машину, я не могу, блин, совладать с этим автомобилем, да что мы, черт возьми, кто написал эту программу? Не, надо было, знаете, сделать им так, чтобы, типа, она врезалась, но не взрывалась машина, тогда бы в это можно было бы играть хотя бы. Так, ну или пока что я не могу понять, тут надо хотя бы разобраться, как тормозить. Так, ваш уровень от 1 до 3. Ну давай пусть будет 1. Во боже. Во боже. Во божечки. Так, а что надо делать? А, стрелять. Ёпперный театр. Я, кажется, понял, что нужно делать. То есть это именно ролик про ощущение от старой техники, электроники, которая просто попала ко мне в руки.